«Сердце для жизни» – под таким девизом прошла акция, посвященная Дню сердца, который отмечается по всему миру 29 сентября. Волонтеры вышли на улицы города, рассказали амичам о распространении сердечно-сосудистых заболеваний во всем мире и о профилактике ишемической болезни и инсульта. Ребята также раздали листовки с пошаговым алгоритмом действий в экстренной ситуации. Мы хотим, чтобы люди задумались о своем здоровье, именно о своем сердце, чтобы они наконец думали, что они едят, каким образом они вообще взаимодействуют с окружающей средой, в том плане, что никто не следит за своей пищей, никто не следит за тем, каким образом они вообще развивают свои физические какие-то данные, какие-то психологические данные, а потом уже с возрастом это начинает очень сильно влиять на наше физическое состояние и на наше сердце. Организатором акции выступил региональный молодежный центр. К участию привлекли волонтеров из вузов и СУЗов. Инструктаж в Центре медицинской профилактики помог неравнодушным молодым людям подготовиться к мероприятию. Я считаю себя довольно неравнодушным человеком по отношению к тому, что является неотъемлемой частью жизни каждого человека. А здоровье помогает нам совершать какие-либо активные действия, участвовать во всем, что можно. Здоровье – это то, что… это неотъемлемая часть человека. Когда у человека есть здоровье, все остальное он может поправить. В завершении акции волонтеры соорудили из алой ленты большое и яркое сердце, еще раз напомнив амичам о необходимости сохранения здоровья самого важного органа.